Всем привет, меня зовут Сергей Курашов, это мой первый туториал по игре MX Simulator. Сегодня мы будем делать форму, а именно нанесение вашей фамилии и номера на спину формы. Для начала вам надо зайти на сайт themefactoryracing.com. Далее переходим в Templates. Тут множество форм, мотоциклов, шлемов. Я выбрал Тор. Открывается такой сайт. Нажимаем скачать. Далее нажимаем на зеленую кнопку скачать. Итак, так как я уже скачал его и распаковал, я перейду сразу к делу. Вот я распаковал это в эту папку. Такие вот у меня здесь файлы после скачки. Открываем Photoshop. Пока открывается Photoshop, я расскажу свою предысторию, как я попал в MX Simulator. В 2014 году, в январе, ко мне в руки попала лицензия. Мы собрались с парнями и купили себе по лицензии и начали играть. Всю свою жизнь, это 3 года игры симулятор, я ездил за кого-то. Мне это надоело, я решил открыть свою команду 101 Designs. И, в принципе, решил делать туториалы, видео всяких трасс, тренировок, стримы, скорее всего, будут, но это не точно. В ближайшее время стримов точно не будет. Итак, приступим. Способ обработки. Оставить без изменений. Нажимаем ОК. Открывается такое вот окно. Чуть-чуть увеличиваем. Далее закрываем это первое окно. Оно вот в слоях. Для того, чтобы открыть слои, у кого один закрыт, нажимаем слои. Да вот они. Я обычно удаляю вот. Мне оно не нужно. Далее заходим в формы. Мы будем делать вот эту форму. Она мне больше всего приглянулась из всех. Далее заходим в перчатки. Закрываем нам ненужные перчатки. В виде здесь нету подходящих. Единственные, которые мне нравились, это вот эти Тор белые. Так, далее нам надо выбрать боты. Это здесь боты. Нам здесь предоставлены 4 бота фирм. Это Alpine Stars, Jet, TCX и Fox. Из всех мне здесь нравится только Alpine Stars, H10. Ищем нужный нам. Я выбрал просто белые, самые, которые мне показались приемлемы к этой форме. Итак, как видите, у нас получилось такой вот сейчас белый бот и белые перчатки. В принципе, выглядит симпатично. Так, закрываем ненужные нам вкладки. Итак, для начала нам нужно перевернуть изображение, так как спина от нас лицом. Поэтому надо перевернуть изображение, чтобы мы могли делать надписи, не переворачивая их. Все файлы, скачанные в этом видео, ссылки, программы, все будет в описании. Все ссылки на эти программы будут в описании. Также будут ссылки на мой Instagram, на мою страницу ВКонтакте, на нашу всероссийскую группу MX Симулятора. Это все будет в описании. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете также написать мне в личное сообщение. Я с радостью вам помогу, чем смогу. Итак, начнем. Увеличиваем для нужного нам размера. Далее, нам нужно написать фамилию. Это выбираем инструмент горизонтальный текст. Делаем небольшое окошечко для него. Пишем вашу фамилию. Так, делаем чуть больше. Обязательно выберите вас интересующий шрифт. Для фамилии я выбираю Impact. Вот так вот он выглядит. Так, чуть уменьшим вот это окошечко. Все, первый слой готов. Так, нажимаем редактирование, свободное трансформирование. Подгоняем его практически под нужный нам размер и прочее. Пока я просто перенесу его на спину, где оно примерно будет стоять. Далее жмем Enter, делаем обводку.
правой кнопкой мыши на наш слой, параметры наложения, обводка. Я выбираю 3 пикселя, в принципе, это стандарт цвет. Итак, здесь можно, в принципе, сделать просто черную обводку, но можно чуть-чуть добавить желтого в обводке. Сейчас это выглядит так. Жмем ОК, ОК. Все, у нас, видите, у нас появилось так вот. Получилось вот так вот. Жмем правой кнопкой мыши, преобразовать смарт-объект, правая кнопка мыши, параметры наложения и еще одна обводка. Здесь мы выбираем 2 пикселя, чтобы не было слишком жирным черным. Просто нужен небольшой контур. Жмем ОК. Получилось, это вот кнопка открывает, какие эффекты наложены. Лучше ее закрывать, чтобы она не мешалась. Так, теперь нам нужно написать номер. Мой номер 101 на этот сезон. Выбираем, мне мой номер больше нравится в шрифте Kitchen Palace. Это вот такой вот симпатичный шрифт, как по мне. Так, жмем слой. Получился у нас слой 101. Далее жмем свободно редактировать, свободное трансформирование. Переносим куда примерно нам надо. Также это все увеличиваем, растягиваем. Вы можете также двигать это все на клавиатуре стрелочками. Также делаем сначала, и всегда после свободного трансформирования нажимайте Enter, чтобы оно закончилось. Также жмем правой кнопки, параметры наложения, обводка, 3 мегапикселя, 3 пикселя, палитра, выбираем желтый, окей, окей, правой кнопкой мыши, преобразовать смарт-объект, правая опять снова, правой кнопкой мыши, параметры наложения, также обводка, 2 пикселя, черная, окей. Так, если вы будете делать в таком режиме ширину фамилии и номера, то, скорее всего, в игре они будут заходить за окружность, допустим, на бока, на плечи. Чтобы этого не было, надо нажать вот сюда, открыть такую штуку. Это, как бы правильно выразиться, это карта скинов. Все углы, изгибы, наклоны. Так. Для начала нам это все ровно подогнать. Увеличиваем. Жмем редактирование. Свободное трансформирование. Начнем с номера. Как вы видите, вот эта вот полоска идет. И вот эта полоска. Вот она. Это изгиб спины. Мы здесь заходим, поэтому нам надо чуть-чуть уже сделать. Сделать это чуть-чуть выше, ближе к фамилии. И придать небольшой наклон. Редактировать, трансформирование, наклон. Должны появиться вот такая вот стрелочка влево-вправо. Делаем наклон, ну, градуса 4. 3,9 получилось, ладно. Также сдвигаем чуть левее. Так, дальше выбираем другой уже слой. Это наша фамилия. Также надо сделать сначала, давайте начнем с наклона. Это также 4 градуса. Далее нам нужно подогнать размер. Делаем это чуть уже, чуть ниже и чуть-чуть левее. Так, еще надо чуть-чуть поменьше. Итак, что у нас получилось? Что мы имеем? Отодвигаем назад. Отключаем карту формы. Вот такой вот результат. Далее, не забывайте возвращать изображение в исходный вид. Жмем изображение, вращение изображения на 180 градусов. Ждем. Сейчас я покажу, как правильно сохранить.
Зайдем в игру, я продемонстрирую форму и на этом будем заканчивать. Итак, вот первоначальный вид, только теперь уже с фамилией и номером. Итак, чтобы сохранить все это, надо сделать три копии. Для начала делаем основную копию. Сохранить, выбираем тип файла PNG, называем это все, сейчас секундочку, Rider Body. Tutorial, 2017, давайте. Tutorial, Jir, Test, Courage. Итак, сохраняем это. Итак, какую-то ошибку выдать. Так, сделаем операцию заново, сохранить, PNG. Просто Photoshop выдал непонятную ошибку. Также пишем Rider Body. Body 2017. Tutorial. Jir. Test. Courage. Жмем PNG. Все. Сохранить. Через строчно выбираем нижним. Здесь все нижнее. Жмем ОК. Так, пошло сохранение. Вот она слева. Так, откроется окно симулятора. Так, теперь нам нужно сохранить Normal. Нажимаем вот сюда. Появляется вот такая вот картинка. Жмем файл. Сохранить как. PNG. Все так же делаем. Выбираем это, но уже убираем кураж или вашу фамилию, нижнее подчеркивание, пишем норм. В принципе, она вот есть, но я вам покажу, как сделать из нуля, потому что бывает то, что в файлах нету этого. Жмем сохранить. Также все. Далее вам нужно создать спек. Это вот, вот такая вот штучка. Если уберу normal, уберу лишнюю форму, вот это все убирается, убирается жир, вот такого вот у вас получается. Да, также жмем файл, сохранить как, PNG, tutorial жир тест, только вместо норм пишем спек. Жмем сохранить. Также все сохраняется. Сейчас, секунду, сохранится это все. Итак, открываем папку. Удаляем вот эти лишних два файла. Удаляем вот этот файл. Итак, у вас должно быть везде название, tutorial 2017 tutorial Jir Test, либо ваше название. В моем случае это вот здесь, вот такое. Итак, что мы должны иметь в конце? Мы должны иметь один файл JM, один PNG файл в конце норм, спек и саму вашу форму. Она будет выглядеть вот так. Итак, далее нам нужно сделать sub-файл. Для этого нужен sub-креатор. На него также будет указана ссылка на скачку. Выбираем вашу папку. Она у меня на рабочем столе. Tutorial. Окей. Ставим галочку. Сохраняем это все в MX-симулятор. Либо в любую другую папку. Но это вам придется потом скинуть в симулятор. Называем это Tutorial 2017. Tutorial. Жмем сохранить, create. Все, оно сохранилось. Далее заходим в сам симулятор.
И вот мы зашли в MX симулятор, заходим в Bike Setup, ищем нашу форму 2017. Обычно вот. Ладно. Пишите 2017 Tutorial GR Test. Заходим в New Race. Так, надо выставить графику. Я езжу со 110. New Race. Старт. Как видите, наши скины работают. Фамилию, номер видно. Сейчас мы посмотрим это повторе. Жмем паузу. Выбираем свободную камеру. Чтобы это было лучше видно, приблизим. Вот наши скины готовы. Так вот выглядит моя фамилия, мой номер. Вот, в принципе, так вот выглядит скины. Вот фамилия. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего доброго. До скорых встреч.